Всем привет, друзья! С вами Иван Каже. Сегодня у нас будет типа забугровый обзор из далекой страны Беларуси. Приехали нам чипсы Бульба. Бульба чипс. Вот, очень интересный вкус. Это заморский краб. Вот, еще один маркетинговый ход, еще одна разновидность краба. На этот раз он стал заморским. Вот, пачка имеет вес 75 грамм и обошлись не мне, ну, кого я обманываю? Стоят они в Беларуси, не обошлись они мне. Вот, где-то 99 белорусских копеек. Вот, ну или же без копейки белорусский рубль. Вот, 0,99, в общем, белорусских рублей. Вот, цена за 75-граммовую пачку Бульба чипс. Вот, со вкусом заморского краба. Вот, контора, которым этим всем занимается, называется Белпродукт. В принципе, это и не удивляет. Скажу, что эти чипсы, Бульба чипс, я уже пару раз пробовал, приезжали они мне, какие вкусы я пробовал, я даже уже и не помню. Вот. Но это не столь важно. Главное, что сегодня мы заценим заморский краб, и я уже просто не знаю, что еще рассказывать, чтобы мои видосы хоть как-то были подлиннее. Вы же просите, Иван, почему видосы такие короткие? Вот давай, снимай хотя бы минут по 10, вот. Как можно 10 минут вот вложиться, обозревая 75-граммовую пачку чипсов, я не знаю на самом-то деле. Вот, если только не болтать какую-нибудь ерунды, вот чем я, собственно, сейчас и занимаюсь. Ладно, давайте заглянем внутрь, попробуем заморский краб от Бульба чипс. Итак, друзья, что же мы тут видим? Ну, как ни странно, мы видим чипсы, вот такие чипсы. Вот. Я, кстати, белорусских чипсов пробовал достаточно много, наверное. Вот. Я немножко вот думал, что приедут другие чипсы, вот эти белые, воздушные. Но я потом, уже когда открыл эту пачку, я вспомнил, что это был другой бренд, на М как-то назывался. Вот. И, собственно, Бульба чипс — это классические чипсы, картофельные классические чипсы. Это круто. Вот так вот выглядит, вот так вот выглядит наш чипсик. Вот, в принципе, не рифленый, классической формы, такой желтенький, видно следы вот вкусовой добавочки. Вот, кстати, краб у некоторых производителей получается такой достаточно яркий, какой-нибудь оранжевый или полукрасный цвет. Вот, тут же, в принципе, обычный желтый такой, не ядрено-ядовитый цвет, в принципе, радует глаз. Давайте уже кушать. Отлично. Хочу сказать, что отлично. Вкус краба насыщенный, не пожалели. Вот единственное, что вот мне кажется, что очень соленоватый такой краб у нас получился. Но он же заморский. В море вода соленая. Шутка. Дело, конечно же, не в этом. Вот. Но хочу сказать, что, наверное, все-таки это одни из самых соленых чипсов со вкусом краба. Обычно, знаете, краб, он такой сладенький. Вот тут он тоже немножко сладкий, сладковатый вкус дает, да, что-то есть вот такое. Ну, не то, что вот некоторые придираются, зрители, когда я говорю, что вкус краба, он сладковатый. Краб сладковатый, ты что? То есть, ну, люди, наверное, думают, что когда я говорю краб сладковатый, то есть, наверное, ассоциация со сгущенным молоком или с медом. Нет, он не настолько сладкий, конечно же, вот, но какой-то все-таки сладкий оттенок есть. Тут это тоже, возможно, присутствует, но все-таки он более соленый. Более соленый, то есть, соли тут, как говорится, не пожалели. Вот, но чипсы не должны быть априори соленые, поэтому вот получается как-то вот так вот. Что касаемо самого чипса. Честно скажу, хрустящий, тоненький, все как обычно, но вкуса самого чипса я распробовать не могу, потому что вкусовой добавки именно не пожалели. Белорусский стандарт, приправы должно быть много, в принципе, как бы нормуль. Краб, соль, все чувствуется, вот, благодаря этому я не могу распробовать самого вкуса чипса. Но на самом-то деле это, возможно, не важно, потому что чипсы хрустящие, чипсы со вкусом краба, чипсы соленые, что вам еще надо? Кушайте, приятного аппетита! Ну, мне нравится. На самом-то деле мне нравится.
Не знаю, может быть, я просто давно не ел белорусские чипсы, я радуюсь им, и мне нравится. Я рекомендую попробовать, оценку поставлю 4. Собственно, на этом у меня все. С вами был Иван Кожи, надеюсь, вам понравился этот обзор. Не забудьте поддержать это видео лайком, также пишем комментарии, делимся этим видео в соцсетях с друзьями. До новых встреч, всем пока!